Сегодняшний день овнам позволит добиться успехов. На пути могут возникать преграды, какие-то дела придется отложить из-за неудачного стечения обстоятельств. Постарайтесь извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Сделать это будет проще, если вы не станете бороться с трудностями в одиночку, а обратитесь к кому-то за помощью. Ярким будет утро сегодня у тельцов, насыщенным и интересным. В это время вероятны приятные встречи и хорошие новости. Будет возможность заняться делом, которому давно лежит душа, найдется время для каких-то давних увлечений и хобби. Лучше не откладывать на потом решение важных задач. Сейчас справиться с ними будет нетрудно. Отличный день для решения многих проблем сегодня у близнецов. Правда, не своих, а чужих. Сейчас вы обеспокоены чем угодно, но только не состоянием своих собственных дел. Это не так уж плохо. Вы сделаете много полезного для окружающих, а они будут за это благодарны. Легко завязать новые знакомства, понравиться людям, которым раньше никто не был по душе. Возможны удачные покупки, в том числе незапланированные. Вы правильно распоряжаетесь деньгами, ни рубля не тратите напрасно. Не исключены незапланированные. Планированные поездки. Контролировать свои эмоции сегодня стоит раком. Гоните мрачные мысли, старайтесь не вспоминать о неприятных событиях, больше думайте о хорошем. Возможно, удачное стечение обстоятельств, благодаря которому вы исправите какие-то старые ошибки. Будьте внимательны, чтобы не упустить свой шанс. Могут появиться новые дела и задачи. С ними вы справитесь лучше, чем ожидали. Не стоит нервничать сегодня львам. Чем больше вы волнуетесь и переживаете, тем труднее оказывается справиться с сегодняшними испытаниями. Если удастся сохранить спокойствие, вы добьетесь отличных результатов. Легко найти единомышленников и союзников. Люди, которые знают, на что вы способны, охотно поддержат ваши новые идеи. Не будет свободного времени сегодня у Дев. Уже к полудню звезды говорят, что вы почувствуете, как устали. Позже появятся новые идеи и смелые планы. На многие привычные вещи вы станете смотреть по-новому. Возможны удачные совпадения, но прежде всего стоит время уделить отдыху. Дел и забот будет много у весов. Придется решать несколько вопросов сразу, и трудно будет сосредоточиться на чем-то одном. Часто окружающие нуждаются в вашей помощи, обращаются с просьбами. Ответить отказом трудно, но все же не позволяйте никому злоупотреблять вашей добротой. Обостренное чувство интуиции сегодня будет у скорпионов. С осторожностью стоит относиться к новым знакомым. Часто они стараются произвести хорошее впечатление, но вот интуиция и подскажет, что это неспроста. Старайтесь избегать споров с близкими. В напряженные моменты ведите себя максимально сдержанно. Сохраняйте самообладание. День полон событий у стрельцов. Порой вам присесть даже будет некогда. Нужно успеть много, и только вы знаете, что следует делать в первую очередь. Советов сегодня лучше не ждать и никого не слушать. Поступайте так, как подскажет интуиция. В середине дня появятся интересные идеи, их можно реализовать, не откладывая. Очень беспокойный и нервный день сегодня звезды сулят козерогам. Вам трудно будет сохранить самообладание, порой достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие. Легче будет тем, кто найдет себе какое-то интересное занятие, сможет сосредоточиться на важном деле. Вероятны поездки, смена обстановки и новые знакомства. Сегодня водолеям стоит проявлять гибкость. Если вы готовы приспособиться к новым обстоятельствам, постарайтесь извлечь из них пользу. Важно сдерживать обещания, которые вы давали раньше. Будьте готовы к тому, что к вам обратятся с неожиданными просьбами. И старайтесь не отказывать, если это в ваших силах. Не просто день сегодня будет складываться у рыб. Хотя вы легко будете справляться с любыми трудностями, окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. Порой их замечания очень неприятны, а поступки ставят вас в тупик. Старайтесь вести себя сегодня сдержанно, не провоцировать ссоры и конфликтов. Ваше умение жить в мире сейчас будет очень полезным.